Супер напряженный матч, даже чем-то похоже на игру плей-офф, была эта встреча против «Спартака». Какой она получилась, Альда? Ваши впечатления? Ну, отличная игра, невероятные эмоции. Очень я горжусь за команду, за болельщиков. Это была большая победа. Ну, естественно, момент с отыгрышем в меньшинстве болельщики все будут обсуждать. Насколько была все-таки вот эта уверенность, что удастся в меньшинстве игру в овертайм перевести? Ну, нужно бороться до конца. Как пойдет, знаете, обычно, когда эти ситуации бывают, соперник всегда пытается отбрасывать шайбу, и мы молодцы, мы форсировали, чтобы получить шайбу обратно. Сегодня весьма много шансов соперник дал нам в большинстве. Это ключевым элементом считается в игре. Чего все-таки не хватило того, чтобы игру до такой нервной концовки не доводить? Да. Что не удалось? Ну, они тоже играют сильно. Они первое или второе место на Западе. У них хорошие система. Мы боролись, ну, на самом деле нужно найти способ, чтобы забивать на большинство, потому что это решает игры. Прошлый матч против «Спартака» получился не таким, как сегодня. Соперник больше забросил, у него получалась лучшая игра против нас. Что удалось изменить, над чем поработали, что сегодня настолько лучше выглядели? Я думаю, у нас желание было повыше. Прошлый раз мы с пацанами обсуждали перед игрой. Не было как-то не стыдно, но неприятно, как мы выступили. И для «Салават Юлаев» мы один из лучших организаций. Нужно выходить в каждую игру и биться. На Булите насколько были уверены или по эпизоду действовали, потому что все-таки с Кореевым тоже в одной команде играли? Я был очень уверен.